15-й творческий сезон для Ульяновского театра юного зрителя завершился премьерой. 10 и 11 июня зрители увидели на сцене Тюза «Звериные истории» по пьесе современного американского драматурга Дона Нигра. Это очень пьеса глубокая, и она сродни даже нашей русской классике, можно так сказать. Потому что по всей пьесе здесь нет ни прямых смыслов, ни прямых сюжетов. Здесь пьеса полностью метафорична. Здесь работают и очень важны вторые планы, которые идут за текстом. Зрители, которые пришли на этот спектакль, возможно, были удивлены. Персонажи постановки – животные, индюки, утконос, кошки, сурок, мышь и другие. Живет другой сурок. Он двигается, когда я двигаюсь. Царапает стекло когтями, когда я царапаю. Но за текстами животных стоят человеческие судьбы, их проблемы. Все они рассказывают свои истории, и каждого из них занимают интересные и вполне человеческие вопросы. Кто я? Куда я иду? Что такое жизнь? Герои затрагивают самые различные темы, которые близки и понятны всем, кто пытается найти ответы на непростые вопросы. Я сурок, который увидел свое отражение в зеркале. Увидел и начал сначала, как в мультике. Сначала увидел, понравился, потом обиделся на него, расстроился, и изображение было такое же. И поэтому он стал злым и агрессивным в конце, и пытался разбить даже это стекло. Вот такая история незатейливая. Этот трогательный, иногда смешной и очень глубокий по смыслу спектакль о животных, похожих на людей, и людях, похожих на животных, завершил сезон. Но кому не удалось прийти на премьеру, смогут посмотреть его в следующем сезоне, после летних каникул. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».